уже 2000 год, а конец света так и не наступил. Слышь, новичок, есть минутка. Костя, техник по навигационному оборудованию. В каком-то смысле о навигации я и хочу с тобой поговорить. Ты знаешь такую игру «Искатель сокровищ»? Мы в такое тоже играем. Хочешь поучаствовать? Тут ребята уже пытались. Дай я хоть правила-то сначала объясню. Очень простая. Я показываю тебе фотку какого-нибудь места на корабле, а ты должен его найти. Там будет еще одна фотка, на ней другое место, ну и так далее. На оборотной стороне каждой фотки нарисован фрагмент карты. Твоя цель – добыть все эти три части. Сложить карту и найти сокровище. А потом принести его мне, и я зафиксирую время. Пока что у нас лидирует Денис. Ну что, попробуешь? Тогда вот тебе первая фотка. Готовься. Пошел! Right. I have the first photo from the fragment of the map. Что там с учебной торпедой? В каком она состоянии? Так, плохо дело. Но нам нельзя выбиваться из графика. Я знаю, что ваша задача просто наблюдать за ходом учений, но помощь специалиста нам не помешает. Сходите в отсек 5А к Васильеву. Мичман у нас старший техник, но вы это уже, наверное, знаете. Может, вместе вы что-нибудь придумаете? Одна голова хорошо, а две лучше.
Ты что тут делаешь?